22 июня, в День памяти и скорби, завершилась областная патриотическая акция «Памятные эстафеты населенных пунктов воинской доблести». Воронежский областной центр народного творчества и кино совместно с областным краеведческим музеем при участии представителей ветеранских организаций, воинских частей, специалистов сферы культуры и самодеятельных артистов населенных пунктов Воронежской области, удостоенных почетного звания «Населенный пункт воинской доблести», провели заключительные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. Акция стартовала 16 июня и символично подчеркнула путь наступательной операции советской армии «Малый Сатурн», которая началась и с успехом завершилась в 1942 году. В 12 часов в тематическом зале «Землянка» отдела «Великая Отечественная война» областного краеведческого музея вступлением к песне «Поклонимся великим тем годам» начался концерт-реквием, посвященный воинам-землякам, павшим за Родину на полях сражений. Ровно в 12:15 участники мероприятия присоединились к всероссийской акции «Минута молчания», склонив головы перед величием подвига советских солдат. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в борьбе за свободу и независимость Отечества в годы Великой Отечественной войны, почетного звания населенные пункты воинской доблести удостоены Верхний Мамон, Кантемировка, Россош, Каратаяк, Острогожск, Лиски, Гремячье. В честь каждого населенного пункта воинской доблести участники мероприятия зажгли свечу памяти, познакомили собравшихся с историческими фактами героического подвига земляков, проникновенно исполнили поэтические песенные композиции военной тематики. Отвезла нелегко пробираться в тумане, чуть оступишься и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Над страной не погодина, но как село. Сколь за матушку родину здесь людей полегло. Жизнь и смерть здесь повенчаны, и кольцом, и свинцом плачут русские женщины над бойцом. Цена была очень огромна, 27 миллионов погибших. И наш долг помнить эти жертвы, которые принес наш народ в этой самой кровопролитной, жестокой войне. Я еще раз хочу поблагодарить вас за организацию этого мероприятия, пожелать вам всем здоровья, успехов, всего самого доброго вашим родным и близким. Спасибо. Это просто война, это просто разлука, это просто беда, да, да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война.